Зомбрекс-чип.
ладно, не мечтать. Они используют технологию КПЗ, чтобы отслеживать меня? Не так приятно, как ты думал, верно? Она не должна была использоваться таким образом. Она была разработана, чтобы обезопасить людей. Ты уверен на эту тему? Ведь люди просто передали контроль правительству, значит, они чего-то боялись. Просто так никто бы не пошел на такие уступки. Они использовали чипы, чтобы начать эпидемию. Я найду тебя, посылаю этот сигнал. Вижу цель. Удачи, друг. Ты дашь ничего. Спасибо. Ты тоже. Ублюдки и дальше будут меня отслеживать. Нужно держать ухо востро. Нам нужно подкрепление! А вот и передача. Нужно захватить его, пока они не уничтожат. Нужно найти источник. Это самая главная улика. Случившееся не было несчастным случаем.
Нужно найти этот большой особняк в Сансет и выяснить, кто за всем этим стоит. И, кстати, о частотах. У тебя же есть один из их зомбрак. Срочат машины! Поэтому-то они и знают. И тебе искать. Они используют технологию КБЗ, чтобы отслеживать меня? Не так приятно, как ты думал, верно? Она не должна была использоваться таким образом. Она была разработана, чтобы обезопасить людей. Ты уверен на эту тему? Ведь люди просто передали контроль правительству. Они чего-то боятся. Они использовали чипы, чтобы начать эпидемию. Запугать и контролировать всю страну. Я найду тех, кто посылает эти сигналы. Удачи, друг. Знаешь, ты даже ничего. Спасибо. Ты тоже. Нужно держать ухо востро. Я вас не звал кататься. На лаборатории? В железнодорожном депо? Приказ Хэмлока? Что за... Подписано Мэриан Меллон. Я думал, она в тюрьме. Да, что-то недоброе здесь творится.
Нужно понять, что они делали в Саут-Алмунде. И вообще, что за лаборатория не устраивает в железнодорожном депо? От этого не увернешься! Поможет.